За последние сутки на Колыме выявили 27 случаев коронавирусной инфекции. В правительстве региона прошло совещание по обстановке с COVID-19. В областном центре готовятся также к вспышке осеннего гриппа. Магаданский инфекционный госпиталь уже готов принять новых пациентов. Также в Министерстве образования отчитались о подготовке к новому учебному сезону. По словам специалистов, в школах выявили недокомплектацию рециркуляторов. Глава региона Сергей Носов распорядился уладить проблемы до 1 сентября и, если потребуется, забрать системы дезинфекции воздуха у чиновников и расставить их в учебных учреждениях. Пересчитать наличие и отдать сегодня в школы и детские сады то, что требуется, убрав это из кабинетов. А как, рассказывает Анжела Владимировна, там должны где-то вот через день, через два, через три обещают довести. Вот как довезут, так обратно и вернете. Сергей Носов отметил оперативную и качественную работу сотрудников детских садов в организации эпидемиологических мер профилактики и распорядился организовать быстрое сообщение всех учебных заведений с Министерством образования. Такие меры позволят предотвратить вспышки распространения болезни.